10 километров дороги регионального значения в Карымском районе отремонтируют за 333 миллиона рублей. Информация о ремонте размещена на портале правительства Забайкальского края. Отметим, что согласно данным портала госзакупок, подрядчиком в этом проекте выступает ООО «Забдорстрой». Фирма, зарегистрированная в Москве, а один из ее учредителей – Геннадий Кушевский, которому принадлежит компания «Алерон Плюс». При этом «Забдорстрой» также является соучредителем «Алерона». Якушевскому принадлежит и ООО «Лидер», постоянный подрядчик «Алерон Плюс». Стоимость работ, согласно порталу госзакупок, составляет 333 миллиона за 10-километровый участок автодороги.